29 лет после смерти героя Гимеля в Раде, что в северных землях. Но это же не повод так истерить! Вечно ты на меня срываешься! Неужели я тебе настолько противен? Ну и ладно, пойду назад к наставнику! Чего это она вечно огрызается? Хоть раз бы выслушала спокойно! Что за шум, а драки нет? Голубки подцапались. У Ферн день рождения сегодня. А Старк никакого подарка не подготовил. Вот моя ученица и кипятится. Только, по-моему, ты перегнула палку. Даже и слова Старку сказать не дала. Так я тоже ничего не подготовил. Мы ведь с ним мужики, а мужики вечно забывают о днях рождения, годовщинах и прочей фигне. Ай! Да куплю я тебе что-нибудь, только прекрати! А то у меня потом все кости ломить будет.